Моя работа – это поиск ресурсов. Я уверена в том, что можно строить больше и качественнее, с меньшими затратами. В особенности меня интересуют биоклиматические дома, построенные из местных материалов, доступные для широкого круга людей, и при строительстве которых не используются химические материалы. Я лично занимаюсь не только строительством, но и отделочными работами. Делаю это таким образом, чтобы в конечном итоге людям не приходилось так много платить за электроэнергию. Моя миссия – строить доступные экологические дома из местных натуральных материалов. Не очень много, но я знаю компанию Rainbow Ecosystem и ее GMP-линию. У вас очень хорошая еда и очень гостеприимные люди. Я сама из Финляндии, но живу в Великобритании и Италии. В Финляндии есть только одна компания, которая занимается экостроительством. А в Великобритании экостроительство – это достаточно развитое направление. По возвращению домой я планирую связаться с представителями строительных компаний с лицензией на строительство. И как можно скорее начать строительство эко-дома из соломы, как из самого экологически чистого материала. Я хочу продемонстрировать людям, что солома – это материал будущего. Я также хочу начать пропагандировать соломенное строительство среди наших строителей, архитекторов, а также среди конечных потребителей. Я считаю, что ваша GMP-линия – это очень интересный продукт, благодаря которому производить панели можно быстрее, качественнее, из натуральных материалов и в больших объемах. Благодаря партнерству мы сможем развивать экостроительство в разных частях мира, создавать рабочие места в разных странах для архитекторов, дизайнеров, инженеров и для простых людей. Очень важно выделить время для практических занятий, во время которых инструктора могли бы наглядно показать, как строить из соломы. Теория подходит не каждому. Нужно совмещать теоретическую информацию с практикой.